Всем привет, и сегодня я бы хотела поговорить с вами о новой группе Next2. Это новая будущая группа пятого поколения, которая должна состоять из 5 участниц. На данный момент известны пока только 3 участницы. И одна из них русская. Это Риэль. Затем Ро и Ехим. Если верить сайтам, то будет еще 2 участницы, и предположительно одна из Филиппин, а другая из Японии. Больше всего пока известно о русской участнице. Известно, что ее имя Камила, а родилась она 22 июня 1998 года. По знаку зодиака она рак, кстати, я тоже. О боже, какое совпадение. Также на сайте прикреплен предебютный состав девочек. Не знаю, насколько он точный, но... Однако в предебют входили как и испанская участница, так и из Кыргызстана, так и из Турции, и очень много откуда. Предполагается, что это будет глобальная кей-поп-группа, собственно говоря, как и Эксин. Однако пока на них не идет такой огромный хейт, как было у другой группы. Очень надеюсь, что хотя бы сейчас девочек начнут поддерживать, прежде чем говоря уже о их качествах. У каждой из 3 участниц уже есть свои профили в ТикТоке, а также в Инстаграме. Там они делятся своими фотографиями. Сейчас на экране вы можете увидеть пару таких фотографий. Ну а на этом все. Также я создала телеграм-канал новостной, где я буду публиковать всю информацию о девочках и о их дебюте. Кстати говоря, он назначен уже на февраль 2024 года. Так что скорее подписывайтесь. Ссылка в описании. Всем пока-пока.